Эта уникальная история произошла в Воронеже несколько лет назад. В одной из семей случилось радостное событие. Кошечка родила котят во второй раз. Первые малыши были абсолютно здоровы и сразу нашли хозяев. Но вторые роды были для питомицы сложными. Молодая мамочка родила 5 котят, как и в прошлый раз, но последний из них уже был нежизнеспособным. Осталось 4 котенка, и хозяйка не трогала роженицу, пока не заметила, что одного из малышей она выкинула из коробки. Женщина решила узнать, в чем дело, и подошла поближе, чтобы рассмотреть крошку, но тут же завизжала от ужаса, увидев его мордашку. Котенок родился с редкой генетической аномалией. У него было 2 мордочки, 2 носика и 4 закрытых глаза, но активной была только одна мордашка. Дети, увидев его, сразу дали прозвище Дракоша, так как у него тоже есть 2 головы. Хозяйка отошла от шока и попыталась подложить котенка к маме, но кошка не принимала его, а он не мог самостоятельно питаться. Молоко вываливалось обратно. Женщина сразу позвонила ветеринару и попросила приехать, а сама стала кормить Дракошу из пипетки. Через некоторое время мамочка все же позволила положить малыша к себе и даже не шипела на него. Крошка подавал большие надежды, хоть и был слабее братьев и сестер, но прожил он всего 2 дня. Скорее всего, мамочка просто придавила его во сне, так как он был очень активным и начал хорошо кушать. Но даже так малыш стал звездой Воронежа, а его историей заинтересовались зарубежные СМИ. Ветеринары же отметили, что такой котенок вполне мог выжить, правда, жил бы меньше, чем его сородичи. И назвать его двухголовым не совсем правильно, ведь у крошки 1 голова, просто 2 носика и рта. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете...